Слушай, Фенька, а ты нимфоман? Ты не нимфоманка? Ну, есть немножко. Есть немножко. Ноль до десяти. Сколько ты нимфоманка? Фон зеро до десяти. Сколько я себя помню. А? Да. Ну, сколько? Ну, пять, шесть, семь? Тен. Восемь. Не копайте. Тен. Ну, ладно, сейчас подумаю. Семь лет. Seven days. Ой, 7 лет. А 7 лет ты нимфоманка? Yes. А, she's nymphoman from 7 years. Сколько тебе лет? 23. 16. Да. She understand that she was nymphoman and 60 years old. Okay. Сколько лет ты был первый раз, ты снимай секс? How old you was the first time you had, you had sex? First time. Это было с парнем, который лишил меня девственности. И это... 17, что ли? 17 years old. У меня еще осталось это видео. У меня еще осталось это видео. На пленке. Из этого, с камеры, на пленке дома. Окей. Okay. First time with a woman, первый раз женщина. Когда был? На съемка или дома? В жизни. В жизни. Сколько тебе лет? А вот у вас? 20. 20 years old. Окей. Okay. Первый раз два мужчина? The first time with two men? Два мужчины, первый раз, наверное, было лет в 17 years old. Первый раз с три мужчина? First time with three boys? Ну там, как где был два мужчины, там и три было уже. Блять, сука! In private life? На приватной жизни тебе был три мужчина? Ну, да. Yeah, she had three men in private life. Четыре? Four? Тебе был? Был. Four men in private life. It happened. Пять? Five? Был. Five in private life. Блять. Шесть? Нет, no, only five. А, блять. Ты делаешь гэнгбэнг на приватной жизни. Шесть мужчин. Ну, пять мужчин. Нет, это было только один раз. One time. Пять мужчин. Был дабл анал? Did you have double anal? Нет, DP был. It was a DP. It was a DP. It was a DP. Ну, какая мужчина тебе нравится? What kind of man do you like? Молодой или попозже старенький? Young or mature? Если, ну, здесь по настроению. Depend from my mood. Есть такое, что молодой парень привлекает тем, что у него очень высокие гормоны, он тебя хочет, это очень нравится. Ah, she likes the young boys because they have like hormone stuff, so they want really a lot, and she likes it. Yes. Или если взрослый мужчина, то это хорошо, потому что у него большой опыт. Ah, okay. So, but it's okay also the more experienced boy man, because he has experience. Мужчина это хорошо, короче. All the men are good. Yes. Good. Какое место, какой твой побольше странно в месте, где ты снимай секс? What is the most strange place where you had sex? Я не увлекаюсь странными местами заняться сексом. Самое странное было это в туалете фастфуда. The most strange place was toilet of fast food. Какой fast food? McDonald's. KFC. А ты же бил? Да, это просто мы... Ну, с моим парнем, короче. With the boyfriend in toilet of fast food. Анальный секс или вагинальный? По-моему, я насчет анального не помню, вагинальный точно был. Okay. Оральный. Первый минет. First был job. Сколько тебе лет? Ну, это значит... мой первый минет. Мне было лет 6, наверное. Что, блядь? That's better than translating. Я вспомнила, это было в санатории. Я не понимала, что я делаю, но мне было прикольно. Well, basically, she did her first blow job in the sanatory. It's basically the место, где жит старый мужчина, да? Но это место, где жит дети месяц от родителей, где лечатся и отдыхают. Ah, okay. It's the place where the kids goes with the parents to a holiday.
Тебе сейчас лет? 6-7, да. She had 6-7 years and she did her first blow job. С кем? С другой... Мальчик. Сколько он лет? Про меня, да, спрашиваешь? Да? Да, мальчику за столько же, сколько мне на тихом часе. Рядом со мной с кроватью был. Окей. It was in the same room. Сколько он был лет? Ну, тоже, наверное, лет 6. Мы еще рейтингом занимались. It was 6 years as well. And they was doing some kind of petting, and they arrived until the blowjob. 6 year. Basically in the summer camp. Basically, yeah. In the summer camp. Ну, хорошее место, я хочу тоже идти. Когда я был молодой. I would have go there as well when I was 6 years old, but that was not possible. Okay, you are looking beautiful. Почувствовал мой член? Do you feel my cock between your legs? Я дрочить myself. Блядь! Чё, фрикс? I haven't makeup. Чё? Я... Кажется, он меня хочет. One more, one less. What's the problem? Ну да. Поэтому я тут. This is why I'm here. Тупла. Я могу сделать. Ну, ты готова? Are you ready? Да, я уже почти готова. Осталось только... Сходить в ванну, подготовить все остальное. She needs only to go in the toilet to prepare. А только меня в ванну, в душе, вообще видит только мой молодой человек, так что я туда одна пойду, хорошо? Okay, in the toilet only her boyfriend can see her in the toilet. And на полу. Секс. Я люблю... я люблю секс. Начнем с этого. Я люблю секс в кровати, в ванной, на полу, на столе. Но лучше, чтобы было мягко. Вот. И там, конечно, по настроению. Сначала все должно быть романтично, но закончится все должно жестким трахом. Вот. Ну, вообще пожестче люблю, но иногда, конечно, хочется романтики. Вот, поэтому, наверное, вот сюда пошла, чтобы жестко заниматься сексом. Со своим мальчиком больше романтики, но он все-таки меня балует дома. Are you ready? Ты готова? Да, немножко. Allora, тебе скажу, что будем снимать и как сейчас, а? Ну, будь... Yeah, this is what you think. It's a fucking machine. Она будет меня вот так вот делать? Вот она, да? Не, не будешь. Нет? No, it will not fuck you in there. Do you want it? To нет, get... как это, в смысле? То, что она у тебя есть, и ты мне ее не дашь? Нет. Well, я no... снимаю с ней. Basically, she just say, if you have it, I want to try it. Я с ней буду сниматься. Вообще без вопросов. Я пошла, и это мое. She... This is my... There is not a question. Ну, no, but серьезно, seriously, ты хочешь... Я очень хочу, это вообще, блин... Ты хочешь эту машину на съемку? Do you want this stuff? Очень! This? Yeah, she wants it a lot. Я уже, кажется, кончила. She's already coming. Я уже мокрая, серьезно. No, but, слушай, because we usually use machine for make triple anal. Triple anal, блядь. Снимаешь вот эту машину, когда я снимаю triple anal, 3-4 дня взёта. Ты можно 4. We can put 4 cup in your ass. 4, блядь. Намер... Nobody did 4 cup in the world. Намер ни один человек делает 4. 3 хуё в жопе и мало, блядь. Сука. Я подумаю. She need to think. Блядь. She need to think about 4 cup. Ну, ма, короче, ты хочешь... Да, ты, короче, ты... я хочу эту машину. She wants it on the side, anyway. Ну, окей. Please. Okay. Спасибо! Okay.
Мне надо... Окей, я готовится сет сейчас. Да, иди домой, уже делай. Окей, go. Тут выйти. Окей, хорошо, окей. She looks happy. Да! Скажи еще. Да! Окей, машина будешь.